Добрый день, мои дорогие. Гоняют. Гоняют полиция всех. Всех гоняют. Вроде бы суббота, вроде. Рада им бы пойти. Всех гоняют. Всех гоняют, всех гоняют. Так, я хотела... А смородина в какую цену? 25. 25? Ой, она такая грязная, да? Ой, да планку лету, ягода. Не, спасибо. А 25, это коробочка, это 25? Да. Ага. А крыжовник? Тоже 25. Тоже 25, стаканчик, да? 25, да. Стаканчик. Так, это мята. Все, мята. Так боятся. Мята. Смородина в какую цену? 60, да? Так, все, вот там полиция стоит, тоже гоняет. Всех гоняют сегодня. Так, ладно, а я хотела. Мне нужна лаванда, но я ее и не вижу. Может быть, она уже закончилась, даже не знаю. Ни у кого не вижу лаванды. Нет, не вижу вообще. Все, всех гоняют. Так, вернулась. Мята есть. Мама взяла мне мяту. Высушила. Цветочки женщины предлагают. Ромашки. А я не иду, да. О, есть у меня, да. Спасибо. Не, я не иду домой, спасибо. Ой, красивые розы, конечно. Букетики красивые. Гоняют. А это что такое? А что это такое? Это что, мята? Это мята? Чебрец. А, чебрец это, да? Да. Ой. А как, его тоже сушить? Да? И жабки. Жабки. А, ну и чай тоже, кажется, да? Чай, он вечерний очень. Да. А ну сейчас я маме расскажу. А сколько там? Патру. Пучок сколько? Какую цену? Шесть. Какую цену? Пять лей. Пять лей, да? Ага, сейчас я позвоню маме, может, надо будет. Моя цена. В заму, да? Вот и... В заму, вкусно. Красный борщ. Ага, очень вкусно, да? Не сушить его на зиму. Да. Ну, сейчас я, наверное, возьму тоже. Купила у женщины тоже. Чабрец. Ее домашний сказала. И вот женщина передо мной взяла аж 6 пучков. И рассказала, как вот она в холодильнике его как сушит, она говорит, в холодильнике. И каждую неделю его переворачивает. И он сохраняет вкусы, ну, вкусы и цвет свои, как говорится, свойства. Так что вот так взяла. Один себе, один маме. Не знаю. Ну вот и в заму, вот в заму. Женщина говорит, в заму. В соусы. Ну так что, а я, ну и в заму посмотрю. И без разницы. И чай тоже. Немножко высушу, но не знаю. Так что вот так. На рынок не иду. Я искала этот... Лаванду. Не знаю, пойду туда ниже посмотрю, что я ее уже прошляпила. Тоже оставила на потом. И, короче, прошляпила. Так что вот иду я с чабрецом. Ой, так пахнет. А когда вот так еще листик потрешь, так... Ой, супер, вообще. Все, полиция гоняет там всех. Разогнала. Ну, гоняет, женщины сидят, а что толку? Потом вернутся. Разойдутся, потом вернутся. Иду я сейчас еще сюда, туда, вот ниже. И Анела посмотрю на дорожке. А, и баночки мне нужно. Баночки. Не забыть за баночки. Мне нужны баночки на абрикосовое варенье. Я вчера проварила один раз. Так что мне... Ой, покажу вам лилии. Посмотрите, какие... Ой. Нет, я только покажу на видео. Ой, какие красивые.
красивый, посмотрите. Какая красота. Огромные, ну высокие, имею в виду. Посмотрите, какие. Высокие-высокие. Все, всем пока-пока. Хорошего дня.